Весна в подъезде. Как нерадивые соседи забыли выключить кран и что из этого вышло, смотрите в нашей юмористической рубрике «Новости сети». Подборку самых свежих роликов подготовила Мария Демидова. Кризисная ситуация в стране повлияла не только на обычных людей, но и на диких животных. Заставила таки перевоплотиться ради пропитания русского медведя из агрессивного хищника в большого ручного мишку. Наконец-то настали первые весенние денечки, и весенняя капель радует жителей этого дома. Хотя больше похоже, что кто-то забыл выключить кран в ванной комнате и ушел на работу, заливая весь подъезд. Бедные соседи! Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. Смотря на поведение домашних любимцев данного видео, вспоминается фраза из культового произведения: «Ты приходишь ко мне в дом, просишь справедливости, но просишь без уважения, даже не называешь меня крестный отец». Ох уж эти зимние забавы! Русский народ всегда славился своей изобретательностью. Но, дорогие зрители, не пытайтесь повторить это сами. Используйте снегоходы по назначению, чтобы не стать, как этот бесстрашный мужчина, кандидатом на Всемирную премию Дарвина. А вот героя этого видео можно по праву назвать каскадером года.